Ну как, в общем, если будет тот мужчина, да, который мне это сможет, да, предложить, да, супер. Опиши его. Это должен быть тот мужчина, с которым я реально смогу вот просто вот чувствовать себя расслабленно. Что для тебя расслаблено? Что для меня расслаблено? Будь он лысый и волосатый, будь у него пузико или 6 кубов, будь он на Мерседесе или на Шкоде Октавии, это все такие моменты. Да, классно там, когда что-то, как ты хочешь, но это все, вот с опытом я понимаю, что это все, ну, это не так важно, как мое состояние. И мне нравились и те, которые высокие, и которые чуть выше меня, и которые и скупые, и щедрые, и с пузиком, и с куба. И они были все такие разные. Смотри, ни разу за вот последние 3 минуты не прозвучало ни одного человеческого качества. Ни одного. Кроме материальных, физиологических и прочих перечисленных вещей. Не дает ли это нам почву задуматься? Да? Потому что, вот, например, я почему так, да, повернул, да, этот вопрос? Да? Потому что я люблю добрых людей. Для меня, когда человек добрый, это априори база для очень многих других показателей. Я вообще считаю, что если бы доброта была измерением или мерилом успешности того или иного человека, был бы вообще другой мир. Вообще радикально другой мир. А добрые сильно успешными не будут. Нет, подожди. Они щадят. Я просто с другой стороны, если можно, прокомментирую. Ты понимаешь, даже когда я вижу злого человека, условно, да, то, что мы непонятно, кто еще как называть злостью, что я понимаю, из-за чего это. Я вижу за этим сразу травму, я вижу причину. И... Ну, потому что ты уже проработана, потому что ты уже какие-то вещи не развидишь. Ну, да, ты уже, ну, понимаешь, то есть, через свой опыт. Поэтому говорить там, ну, мне нравятся добрые такие, да, мне они нравятся, но я по своему опыту прекрасно понимаю, как это можно все менять, если человек сам захочет. Угу. И, ну... Да, я это понимаю. Добрый — это я как пример привел описание человека. Но большинство вещей, которых прозвучало, это не значит, что ты не думаешь о других. Но смотри, на поверхности у нас все равно лежит материальные, физиологические, физические, иногда биологические, иногда культуральные даже. Вот я, например, там знаю девушку, которая однажды она встречалась с грузином, сказала: больше никогда в жизни с грузином, вообще никогда. Ну, он был такой традиционный немножко, но вот бывает и так, потому что человек меняется. Меняется в зависимости от той среды, в которой он живет и воспитывается. И это тоже сильно влияет на его становление. Ты знаешь, вот ты сейчас сказала, я начала думать, интересно, а почему я так сказала? И мне кажется, я назвала те вещи, которые невозможно изменить. Ты понял? Ну, то есть, там, рост, какие-то моменты во внешней комплекции, что-то еще, там, лысина или что-то, да. А все качества, которые ты там можешь произнести, доброта и что-то еще, это можно изменить. Это можно в себе развить, если там проработать определенные моменты. Ну да, потому что добрый или злой, там... Непонятно, ну, как еще классифицировать. А что есть доброта? А вот если я настолько добрый, это я добрый, а если настолько? Ну, то есть... А не кажется ли тебе, что вот при такой, скажем так, проработанности, да, как Таня сказала, ты встречаешь мужчину, и ты уже не смотришь на него, как на мужчину, в которого ты посмотрела, влюбился. А ты уже начинаешь... Вот у меня раньше такое было, когда я не обучалась сама на психолога, а просто работала в терапии, у меня был страх, что... А как теперь это развидеть в людях? И вот интересно, если я буду вот это все понимать, как это... И на самом деле сейчас я хорошо чувствую людей. Я и до этого хорошо их чувствовала. Сейчас просто у меня появились ответы, почему и откуда это все. И вот я сейчас смотрю, как я проявляюсь в общении с мужчинами, и я понимаю, что это абсолютно не мешает. Да, я вижу причины, но это добавляет мне, наоборот, веры, что, блин, да это все можно изменить. Угу. Это все, я готова его принять таким. И сейчас есть человек... То есть это как плюс? Но не то, что это как плюс, ну... Я не знаю, как это назвать, но это просто, это мне дало больше веры и понимания, что это вообще не критично, это все можно менять. И даже если не менять, если мне в моменте хорошо, вот сейчас, например, есть мужчина, с ним общаюсь, у него много своих приколов, но я думаю,
ну и хрен, ну мне же хорошо, ну хрен, ну там, не знаю, я не буду просто произносить все эти моменты, чтобы... Понятно, да. А то у тебя не будет больше мужчины после нашей передачи сегодняшней, скажешь, ага. А я, ты понимаешь, я же сейчас никому ничего не должна. Мне не поступало предложение там об отношениях, каких-то серьезных намерений. Я, у нас даже секса не, у меня нет ни с каким из мужчин. Мы просто с ними общаемся. Секса нет ни с каким из мужчин? Да. Мужчины, поднажмите. Если бы я захотела, это было. Вот, вот с этого надо начать. То есть не то, что Таня, мужчинам нужно поднажать, может, ей просто, ну, как бы не было необходимости. У меня, меня не интересует там секс на одну ночь или как, типа, для здоровья, я такого не понимаю. Для меня секс это не просто фрикции. Это вот этот эмоциональный контакт, это готовность принять, облизывать, выцеловывать друг друга с ног до головы. И это вот это то, что происходит тут изначально у меня. И если у меня с мужчиной нет вот этой эмоциональной привязки, я даже не возбуждаюсь физически. Я думал, такие люди уже вымерли все, большинство. Оказывается, есть еще они на планете. Так подожди, а когда последний раз был секс у тебя? Ты с какой целью интересуешься? Нет, просто интересно, но мне интересно, ну вот как так? Нельзя же жить без секса? Смотри, без секса нельзя жить, но, вернее, как? Ну, кому-то можно, кому-то нельзя. Есть же такое еще понятие, как самоудовлетворение и мастурбация. Да. У нас на каждой передаче у нас эта тема всплывает. Это первое, а второе — сублимация. Да. Вот, поэтому... Но сублимация обычно в долгосрочной перспективе ни к чему хорошему не приводит. Долгосрочной нет, но... Местами. Да. Ну, у нас вот, кстати, мы в прошлый раз обсуждали по поводу мастурбации, и, конечно, консенсус очень простой. Во-первых, это не то же самое, а во-вторых, это надоедает рано или поздно, потому что думаешь, ну, сколько можно вообще? Ну, я не занимаюсь этим каждый день, и поэтому... Когда я чувствую вот этот прилив, порыв, и и мне хочется. Я так рада, что вы говорите про мастурбацию. Боже, я. А ты прям молчишь, поговорите. Уровень доверия. Как мы можем не доверять? Ну, мы с тобой-то, да, но мне приятно, что Наташа нам доверяет. Мы с тобой-то, да, про нашу мастурбацию. Ну, еще и Наташу, но тут наконец-то. Нам не хватало. Про нашу говорить. А я просто думаю, ну, вот я же говорю: спасибо проекту за то, что он меня подсветил вот этот момент, не будь собой, сейчас я могу уже открыто об этом говорить, потому что что бы ни обсуждалось, секс, мастурбация, не знаю, там анальный секс, оральный, что-то еще, это все естественно. И просто те люди, у которых это вызывает отторжение, этому тоже есть причина.